Так, перед нами покупка на 2753 рубля. И вот такой длиннющий чек. Да, перед тем, как показать, что купили на новогодний стол, я покажу холодильник. Мышь нигде не видна? Мама, зачем помять холодильник? Которая повесилась не мамкой. Так, поехали. Мука высший сорт, 2 килограмма. Мельник, 45,80. Вот мука. Фетки бумажные, жасмин, 17,50. Вот этот кубик салфеток. Желтенькие, не пойму, или беленькие. Бумага туалетная, набережные Челны, 2 штуки по 13,50. Вот они. Ананасы, летняя радуга, кусочки. Одна баночка на 60-20. Ананасы. Вот они. Вот летняя радуга, штука. Так. Хлеб пшеничный, первый сорт. 15,80. Вот хлеб пшеничный. Салями чесночная, ВК. Варено копченая. Вот она. И стоит она 175,82, потому что в ней 596 граммов по 295 за килограмм. Сыр голландский 316 граммов по 255 рублей на 80,58. Вот. Еще один сыр голландский на 97,92. Вот он. Васадачная. Вареная даурский МК 107 рублей. Вот вареная колбаса 107,73. Дальше майонезный соус Версаль. А где я соус не видела? А, в банке, в ведерке. В общем, 75,60. Вот этот соус майонезный. Который, кстати, при выпечке не тает. Что там, из чего он состоит, не знаю. Но вкус майонеза. Так, прокладки Oldest Discreet. Вот они. 51,50, мама дорогая. Кукуруза Green Ray. Деликатесная. 25 рублей. Вот мама. Она. Пакет Майка Абсолют. 3 штуки. По 3,50. Зеленый горошек Green Ray 39, вы его видите. Яблоки желтые, 3 штуки, вытянули на 776 граммов, на 68,29 по 88 за килограмм. Гранат Нефертити. Только что видела гранат. Вот такой огромный гранатище, правда, с червоточинкой. Вот такой, не знаю, уцелели ли там зерна. Не тронуты они гниением, надеюсь. 90-94, тем более, что 100 рублей почти за гранат. Фарш особый для пост 329,67, а килограмм вообще 297, а здесь кило 110. Вот он. Что? Яблоки красная американка 472 по 92 за килограмм, 43-42. Американка, вот она, три яблочка. Это ребенку. Так, сельдь анчоусная собственного производства 35 рублей. Так, а кстати, я не видела, где сельдь. Селедка, наверное, вот она. Так, вот такая баночка пресервов. Ну, это для сельди под шубой, скорее всего. Так, корнишоны летняя радуга с чесноком 49. Вот они, корнишончики. Так, сметана жирностью 20%, 1 стакан 48 рублей, 200 граммов. Так, голень куриная весовая 652 грамма, 145 рублей, 94,54. Так, вот голень. Или это не она? Да, голень куриная весовая. Вторая еще.
Голень. Вот 94,54. Так. Ой. Молоко Скоморошкино. 2 пакета по 35. Ой. Вот молоко Скоморошкино. Вот оно. Ой. Творог. Или правильнее сказать, творог. 2 пачки по 41 рублю. 82. Янта. А мне не нравится Янта. Невкусный творог. 2% жирности. Так, помидоры КНР 620 граммов по 118 рублей 73,16. Вот 3 помидорчика вытянули на 600 грамм. Масло сливочное крестьянское 34. Потеряла. 20. Вот масло крестьянское. Так, дальше. Лимон. 326 граммов, 44,99. Где-то я видела лимон, аж целых 3 штуки. Весят 326 граммов. Лук Казахстан 28,04, потому что здесь кило 416. Привет из Казахстана и Казахстану, обратно в Казахстан. Так, клубника Стол Богат в сиропе. Клубнику я видела здесь. Что это она? 48,90. Виноград зеленый. Здесь все дорого. Вот, в Актюбинске все дешевле. Так. Ну, я имею в виду такие продукты завозные. Виноград зеленый КНР 30,50. Виноград зеленый. А, точно был зеленый виноград. Он рассыпной еще там, это. То есть он должен быть оцененным. А они его продают почем? По 123. Бананы 846,78. Зеленейшие. Ну, к Новому году, надеюсь, созреют. Так, их у нас 846 граммов на 65,99. Апельсины ЮАР, новый урожай. Вот они. 66,13. И здесь 668 граммов, 4 апельсинчика. Так, дальше. Горчица Янта ароматная, 24 рубля. Вот она, горчичка Янта. Так, смесь Маги на второе для сочной курицы. Ну да, столько ножек набрали, конечно, нужна смесь. Где-то я ее видела. Вот она. Чесноку. Так. Так. Морковь Бурятия. Килограмм 148, 19,50, 22,39. Вот она, морковища, созревшая на наших полях родной Бурятии. Так. Киви весовая. 38,14, 300 граммов. Я кушала. Вот она. 4 киви. Будем елочку делать. До Нового года не едим. Так, салат 70 граммов 26,60. Салат, где я видела на подушке. Ой, пасту купили арахисовую. А? Что-то она хочет прям попробовать. Ну, дай попробовать. Может, ей еще не понравится. Она сладкая? Лук зеленый 50 граммов. Так, паста арахисовая 125 рублей. Лук зеленый на 18 рублей. Вот столько. Кстати, немного пожелтевший. Укроп на 13,50. Так, ну видишь, салатик-то. Салатик был на подложке. Такой симпатичный. И почему-то я здесь не вижу черного винограда. В этом чеке. Так, ну зато я вместо покажу вот это сладкое, да? Здесь есть еще виноград на 62,48. Черный виноградик. Симпатичный. Так, а еще я хочу показать, что мы купили вино. Российское шампанское по 198, по 99 рублей. Две бутылки. И вино «Облака любви». 254. А почему такое вино? Так.
Облака любви. На полу уже бяка. Так, вот листья салата, дорогие друзья. Какая у них была цена, я уже не помню. Так, и если вам было интересно, поставьте лайк, если вам понравилось видео. Задавайте вопросы, делитесь ценами у вас. Готовьтесь к Новому году. Он уже скоро. Если он уже наступил, поздравляю с Новым годом. Пока что поздравляю с наступающим. Всем желаю счастья, здоровья, успехов и удачи во всех делах. Красоты. Пока-пока. Ваша. Так, я, товарищи, пропустила. Сок добрый, мультифрукт 2 литра, 87,90. Вот он, мультифрукт. Я пропустила кружки керамические, две штуки, по 29,99. Вот такие кружечки. А, такая у нас уже была, только с голубой сердцевинкой. И нашла виноград черный Узбекистан, 62,48. Вот и все. Такой постскрипт. Дорогие друзья, перед нами очередная покупка на 1000 рублей, ну, вернее, 1175, но...